Зачем власть срочно проводит митинги против терроризма? Я понятия зачем, не имею, зачем власть проводит митинги против терроризма. У власти есть средства, есть программа, есть все документы. Зачем митинги проводить? Митинги должны проводить люди против коррупции, чтобы власть заработала так, как она должна. Уже ужасно все, чтобы действительно как-то людям дать возможность объединиться и поделиться вот более вот ужасом всей этой ситуации. Я не думаю, что это реально как-то может изменить ситуацию, потому что террористы, они ведь как бы митинги... Я не думаю, что они следят за митингами, и это их интересует. А вот у моего товарища случилось, его двоюродную сестру. Вот это было на этой линии. Она погибла. И что? Ничего не надо говорить. Просто промолчать в тряпочку. Так что ли? Государство делает достаточно в борьбе с терроризмом. Я доверяю нашим органам, поэтому не вижу целесообразности. Ну что, мы выйдем, помитингуем, а если в это время террористы воспользуются, как, собственно, вот недавно предупреждали сотрудники Федеральной службы безопасности, что митинги, особенно если они не разрешены, очень опасны как раз с точки зрения терроризма. Я впервые вообще в своей жизни встречаюсь с таким понятием, как митинг против терроризма. Мне кажется, это такая трагедия вообще ужасная. И тут не до массовых мероприятий. Нашли бы, сказали бы, что это было, из-за чего. Наверное, это было бы полезнее. Это весьма странно, на мой взгляд. Зачем нужен повод лишний для нового теракта? Я не понимаю, зачем он нужен. Ну, не знаю, может быть, просто появился повод как-то отвлечь, короче, людей в другой какой-то проблемой, да, может быть, как бы. Я не говорю, что там что это как-то связано, да, но просто цепляются за возможность как-то отвлечь. В принципе, я не понимаю, зачем эти митинги нужны вообще. В чем смысл? Все против терроризма, это так понятно. Вместо того, чтобы бороться с терроризмом, собирать митинги, наверное, они очень боятся других митингов. А чтобы игиловцам хвост прижать, чтобы они не лезли на русскую землю.